Всем привет! Хочу снять августовскую подборку на цены на продукты питания в Бельгии. Сегодня у меня будет контрольная закупка, но я не смогу снять. Я сейчас поеду в магазин, я устану, будет некуда, я уже устала. А с утра нам сегодня ставили 2 августа столешницу, 2 августа 2017 года. И вот что я, пока не ставили, купила, я быстренько вернулась, потому как знала, что они где-то в обед закончат. Так, это я, считайте, урвала. Я купила кролика в матче. Здесь видно. 1,273 килограмма. Общая цена 5,54. Это было промо. Промо 4,48. Это редкое явление. Но в матче частенько скидки на кроля. То есть одну неделю он лежит, потом через неделю-полторы можно ждать скидку. Скидка бывает в пределах 5 с чем-то и за килограмм. 4,48 это вообще ничего, видимо, жара. Не очень, но душно. И вот я, считаю, урвала. Я обычно покупаю по такой цене. Если... Нет, но я не покупаю. Вообще кролик стоит больше 10 евро, смотря какая его часть. В Лидле же килограмм кролика стоит около 10 евро. Там все время килограммовые лежат. Тушки порезанные. Иногда бывает скидка до 7 евро. Так, Фанта. Это Фанта Кола. Она стоит 3,70. И кому интересно, курильщикам пакет Камеля, Камел самец, стоит 6,50 евро. Это большой пакет, по-моему, 22 штуки здесь. Сейчас я посмотрю. А я вот здесь нашла 22 штуки. В матче я заплатила 15,74. Я, конечно, бы могла больше купить, но я не захотела. Следующий магазин. Я прохожу мимо, и он около матча на чур-на-чур. И смотрю, там стали продавать помидоры. Вот я купила такие две шикарные помидоры, они большие. Эти красноватые, это из фермерского хозяйства. Эти помидоры 5,95 за килограмм, здесь 758 грамм, 4,51 вышли. В общем, я посмотрела бычье сердце помидоры. В матче 500 грамм 2,99, а у них бычье сердце стоит 4 с чем-то. В общем, даже получается дешевле. И черные помидоры, но там не написано, что кумат. Довольно-таки они мелкие. Вот довольно-таки внушительное количество этих помидор. И они 4,42 за килограмм, и здесь 656 грамм. Вот это и 2,90 заплатила. За 2,90, ну, я могу купить, может, 4 помидора. Вот такие более крупные 4,5. А здесь у меня их 9. Угу. Они небольшие. Вот так. Себе как раз оставили того. На чур-на-чур я оставила 7,41. Кстати, снимая цены на продукты питания, я узнала, что, смотря чек, узнала, что круглый кабачок цукини, ну, круглый кабачок небольшой такой для фарширования, он не 99 центов за килограмм, как я думала, а за штуку, потому что один раз я подошла, думаю, надо же, вот эти круглые, они должны быть дороже. А они дешевле, чем длинные куршеты. В общем, полезно. Куршеты, кабачки, цукини. И также я купила на базарчике за 5 евро две такие не вазочки портулака. Значит, два. Это половина одна. Здесь две за 5 евро. А одна 3 евро выходит. Вот так. Этот цветок мне очень нравится. В этом году я его посеяла, но он не вырос.
Мама все время садила на балконе, он прекрасно рос, он красиво видит яркие цветы и любит солнечную сторону. Ну вот такие небольшие покупки я еще могу снимать. Вот этот, кстати, пакет. Сын быстренько сбегал в магазин из Нормандии. Анфлера Телеклер. В том году мы ездим. Значит, такие небольшие покупки, чтобы поесть вечерком. Я сделала в понедельник закупки еды. Не так много, но на существенную сумму вышло. Это в Делезе. И в среду, да, когда ставили столешницу, я также съесть. Уже когда не поставили в магазин. Когда большая закупка, мне потом лень снимать. Не лень, а уже не могу. Ладно, вот это то, что будем есть вечером. Так, филе американ. Это говядина, которая идет вот так сырой. Здесь 206 грамм, да? 2,05 стоит, килограмм 9,95. К тому же сын будет есть ростбиф. Здесь 144 грамма, 22,98 за кило, 3,31. Такой себе. Также я буду есть бондуэль норвежский. Это, там у них греческое блюдо, есть норвежское. Тут здесь красная рыба, это кисленькое все с картошкой. И стоит тут 400 грамм, и стоит он 3,99. Также я попросила свеклу, это салат уже сделанный, здесь 300 грамм. Премьер при, как говорится, самое дешевое. 1,69. Это пачка 300 грамм. И сегодня будет пюре, вот это мясо. И можно хотя бы пуаро с маслом. Это лук-пюре. Вот. Это покупки из магазина Матч. И все вышло 13,53. Да, сказала или нет, это сегодня 5 августа 2017 года.